Здравствуйте, мои дорогие, спасибо огромное, что мы будем с вами читать Слово Божие. И, пожалуйста, откройте 7 главу, 1 Коринфянам, 7 глава. Мы остановились на 17 стихе. Слава Господу за все, благодарю мой Духа Святого, который будет нам объяснять, разъяснять, и мы будем наседаться Словом Божиим. Давайте мы начнем с 17 стиха, где мы и остановились. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так и я повелеваю во всем церквям, призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все соблюдение заповедей Божия. Каждый оставайся в том звании, которым призван. Рабом ли призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господа, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. А если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, а пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. И неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняемой нуждою, но, будучи властен своей воли, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающийся замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее, если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так. По моему совету, а я думаю, и я имею Духа Божьего. То есть, когда мы читаем здесь Павел советует, тут он говорит, что это не узаконено, и Господь не повелевает, это нет в каких-то заповедях Божьих, но он советует. То есть, если есть незамужняя дочь, и пора ей выходить замуж, но дочь не хочет выходить замуж, если вы хотите, чтобы дочь оставалась с вами, это вы поступаете лучше, да? То есть я просто беру некоторые вещи, например, по каким-то вопросам, да? Давайте мы опять вернемся в 17 стих. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. То есть так сказал Павел, он говорит,
Всякий поступай, как Господь определил. Определение Господа приходит на нашу жизнь. Это как наша судьба в Господе. Господь повелел, Господь это сделал, определил для нас. Так и оставайтесь. Смотрите, евреи, то есть призван ли кто обрезанным? То есть если евреи среди вас или какие другие обрезанные? Потому что мусульмане тоже обрезываются. Но здесь говорится об обрезанным, то есть иудеи. Да? Не скрывайся, то есть не говори, что ты не обрезан. Призван ли необрезанным? Не обрезан. То есть, все, ты, Господь призвал, и ты пришел к Господу в таком состоянии, не надо никаких, ничего не надо излишних делать, каких-то законов, обрезываться, да? Смотрите, обрезание ничто и не обрезание ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Есть Божьи заповеди, которые Господь повелел. Именно Иисус Христос повелел эти чудные заповеди, потому что через веру в Иисуса Христа мы получаем, через веру в Иисуса Христа мы получаем праведность Божию, и праведность Божия через нас работает. И радуется исполнять и соблюдать законы Божии, да? Потому что Духом Святым только мы можем, это сила Духа Святого можем мы преодолевать и исполнять заповеди Божии. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Да? Написано, какое звание? Раб ли ты, рабом ли ты призван, не смущайся. Но если сможешь освободиться, то пользуйся, говорится. Да? Ибо раб призванный в Господе, свободный в Господе, и также и свободный есть раб в Господе. Да? Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. Что это означает, не делайтесь рабами человеков? То есть, пусть ваша жизнь, то есть вы, чтобы это призвание Бога, чтобы мы не боялись, мы не думали, что Бог над нами, мы не думали, что Бог, человек, извиняюсь, человек над нами есть глава. У нас есть, конечно, начальники, у нас есть люди, которые, ну, как бы в нашем миру у нас есть, мы работаем на кого-то, на какие-то компании, кто-то там есть у нас боссы всякие, начальники, да, но здесь говорится, не становитесь, не делайтесь рабами человеков, то есть не делайтесь рабами человеков, здесь написано, что для меня это понятие, что не бойтесь людей. То есть, когда человек говорит, вот этот только человек мне поможет, я пойду к нему, я у него спрошу, и он мне поможет, да, это есть, как вы себе сделали рабом к этому человеку, потому что вы уповаете, что это власть этого человека вам может помочь, да. И поэтому сразу человек делается рабом этого человека, да? Или, поразмыслите, что у вас Господь в этом случае говорит, потому что для меня это говорит, что если вы начинаете надеяться на человека и ждать от человека помощи, и все свои упования возложить на человека, мы сделаемся тогда рабами человека, да? Мы куплены дорогой ценой. В каком звании кто призван братьями, в том оставайся перед Богом. В каком звании написано, да? Например, я призвана, я была в оперной сфере, то есть оперная певица, актриса музыкального театра. И вот я в этом, я призвана, оно есть у меня, это моя профессия, это то, чему я обучилась. И, конечно, я продолжаю, если какие-то концерты есть. Я могу там, я очень много делала благотворительных концертов, и используя этот дар оперный, и очень людям нравится это слушать, и очень многие мои концерты, они ушли на большие, хорошие дела в Господе. В этом мы остались, но мы в Господе. То есть этот талант теперь используется для создание Царства Божьего и для того, чтобы славить Господа, славить во всем Господа. Да? Дальше идет, конечно, о том, что там жениться, не жениться, кто остается одиноким, Павел всегда призывает, Павел всегда как бы вдохновляет, говорит, это вам хорошо, потому что у вас будет много забот, угодить мужу, угодить жене, а вот я только служу Господу, у меня только одна забота, как бы мне принести Слово Божие евреям и язычникам, понимаете, он просто, у него одна мысль, одни желания, одни мечты, это о Господе, и он говорит, что, конечно, муж или жена будут занимать много времени, поэтому женатые заботятся о жене, и все, что он говорит, он опять же говорит, что это не указание, да, а это он говорит, я говорю, да, это я так вижу, я вам советую, говорит, да, и смотрите,
А, вот это очень главная фраза, я хочу, чтобы мы все запомнили. В 35 стихе написано: «Говорю же это для вашей пользы, да? Не с тем, чтобы наложить на вас узы». То есть узы, никакие узы у нас нет, уз нет. Мы живем во Христе Иисусе, в свободе Иисуса Христа. Но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений. То есть не делайте из брака развлечений, да? Не делайте из того, что Господь благословил, развлечений, да? То есть на эти развлечения тоже уходит много времени, много каких-то забот, да? И поэтому, чтобы вы благочинно и непрестанно, что такое благочинно, чтобы все было с заповедями Господа, чтобы было все в правде, в истине, в чистоте Господней, да? Непрестанно. Постоянно, то есть непрестанно, не переставая служили Господу без развлечений. Вот. И вот такое вот сегодня замечательное послание. На сегодня мы закончили 7 главу и перейдем в следующем видео уже на 8. Благодарю вас, спасибо огромное. Будьте благословенны, пусть Господь благословляет вас, вашу семью, ваших детей. Сознанием, чтобы были в знании о Господе, чтобы славили Господа всем. Душой, телом, сердцем, разумом славили Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.